Здравствуйте, в эфире «Помидорный концерт» на Ночном молодежном канале. Доброй ночи. И перед вами ведущие третьего блока, моя любимая и неповторимая Марина Лаптева. Аплодисменты. И моя обожаемая, несравненная ведущая Гертруда Жигарева. Аплодисменты. Ну и как в старые добрые времена, я так рада, что нахожусь на этой сцене, Марин. И это доказывает то, что наш с тобой дуэт, он неразлучим. Да, сколько лет, сколько зим, я так соскучилась по тебе, Гертруда. Потому что с парнями вести, конечно же, здорово и бесспорно весело. Но все-таки мы сегодня стоим здесь с тобой вдвоем, а значит, мы сила. И нас ждет лауреат второго места шоу «Belly Dance». Девушка с невероятной пластикой и красотой. Встречайте, Кристина Власова. Нет, Марин, этот танец был посвящен всем мужчинам, находящимся в этом зале. Ваши аплодисменты, друзья.
Ну а теперь еще раз о нашей следующей конкурсантке. В прошлой нашей передаче она поразила всех, всех присутствующих своими вокальными данными. Марина, что она подготовила для нас сегодня? Да, эта девушка полна сюрпризов, и она не делает ничего заурядного. Как она говорит, ее танец, который вы сейчас увидите, это обращение ангела к Богу. Интересно, что она имеет в виду? Встречайте. Мы сейчас увидим. Да, Даниэла! So let the love, so let the love, oh yeah, oh, so let the love. Que je suis resté fort sous l'œil de l'ange. Je suis venu te dire qu'ils n'ont rien vu encore. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai trouvé la paix. Sous l'œil de l'ange, je suis pardonné et j'ai su le chanter. Востоку. Ведь знаешь почему? Наша следующая конкурсантка является ученицей Кристины Власовой, которую вы только что, друзья, имели честь увидеть. Нас ждет вязкая змеиная пластика. Девушка-загадка Анастасия Крылова.
касается первой девушки, замечательной нашей Кристины, вот это то, чего я хотел бы видеть от танцовщиц, учениц в классе. И, честно говоря, вот я именно такого ожидал от вас. Были движения, вот эти вот манки, бедрами, очень здорово, очень под музыку, в настроении. И главное, что вас отличает вот от всех других, это вдохновенность, самозабвение, о чем уже сказал ваш педагог. А что касается Насти Крыловой, у вас все вроде правильно, но вот нет этого вдохновения, нет вот этой страстности. Есть пластика, но все дозировано, все аккуратно сделала, получилось в ритм, все сработало, но и только. Вот не придерешься. Но вы артист, и стало быть, мало вам просто технических каких-то, да, совершенств вот этих в пластике, в движениях рук, ног и так далее. Нужно нечто больше, нужна сверхзадача. И что касается Даниэлы, мне кажется, минус в том, что вы всегда перегружаете свои номера. Вот слишком много пытаетесь вложить мысли, идей в какую-то одну миниатюру. И из-за этого она пропадает. Подошли к фортепиано, что-то напели, потом закрыли, хотя можно было фортепиано не закрывать, рояль, да? Зачем-то этот скотч, он был ни к чему совсем. Все это можно было сделать без рояля, без скотча. Все это можно было сделать как-то, может быть, проще, без этой экзальтации. Что получилось? Вы вышли очень экспансивно, вы меня захватили, я открыл рот. И действительно все были заворожены этим вашим выходом, потому что вы очень эмоциональны, вы очень страстны, у вас очень мощная харизма. И все ждали, чего-то ждали, что сейчас вот будет нечто. Вот. Но потом высыпалась мишура, что-то вы стали туда-сюда, скинули, да, что-то потом вы одежду себя скинули. Я этого не понял. Знаете, я не понял этого. Я не понял.